Всем здравствуйте! Сегодня хочу предоставить вашему вниманию вот такую модель пинеток. Таких пинеток я в интернете не видела. Это моя разработка. Значит, вязание этих пинеток начинается из подошвы. Подошва вяжется платочной вязкой. Далее бортик и мысочек пинетки вяжутся лицевой гладью. Манжет пинетки связан платочной вязкой. Он здесь двойной. Внутренний манжет, можно сказать, так даже имитация носочка ажурного такого, да. И связан на это часть пинетки, манжета пинетки, ажурным узором. Для украшения, для декора я использовала ленту. Манжет здесь просто одета лента и завязана на бантик. Если ее убрать, то получится просто ровный вот такой манжет. Здесь, конечно, можно пофантазировать, как украсить. Можно связать шнурочек из пряжи, вместо ленты взять шнурок из пряжи. Можно, если кто не хочет делать, ну, такое украшение, можно вывязать здесь дырочки для продевания шнурочка и в этом месте этот одеть шнурочек или ту же самую атласную ленту. Вот будет еще дополнительно фиксировать на ножке ребенка пинеточку. Вы уже точно будете уверены, что пинетка не убежит от ребеночка. Для вязания этих пинеток я использовала два вида пряжи. Значит, вот эта розовая пряжа, это пряжа 100% акрил. Здесь в 100 граммах 425 метров. И вязала я в две нити. В две нити брала я, вязала. Спицы использовала для этой пряжи розовой 3,5. Вот так я вязала эту розовую пряжу. Белая пряжа у меня в 50 граммах 150 метров. И вязала я эту пряжу спицами номер 3. Еще я использовала крючок 2,5 для обвязывания пинеточки здесь внизу. В этой модели обвязка столбиками без накида сделана. А вот у меня есть еще одна такая модель пинеточек. Здесь я вязала рачьим швом. В этой модели я провязала рачьим швом. И верх пинеточки, ажурной части пинетки, манжета, да, в этой модели, вот сиреневой, я закрывала спицами, как обычно. И край получается более такой ровный, да. А вот в этих пинетках я край закрывала крючком. И там, получается, еще делала дополнительно воздушную петлю. И за счет этого край получается такой более волнистый. Вот такие пинеточки предлагаю сегодня вам связать. Кого заинтересовала эта модель, давайте приступим к вязанию. Для предоставленной модели пинеток я набирала 34 петли. Подошва вяжется платочным вязанием. Первый ряд провязываем лицевые петли. Во втором ряду делаем распределение петель. Вот по этой схеме.
После того, как в 10 ряду сделаем прибавки, еще надо будет провязать 3 ряда лицевыми петлями, платочным вязанием. В 13 ряду, на 13 ряду в дальнейшем мы будем делать крючком обвязку другим цветом. Пряжа будет у нас здесь использоваться. Данная модель пинеток представлена как образец. Для того, чтобы вам получить нужного размера пинетку, вы должны учитывать толщину пряжи свою, которую берете, номер спиц, с какой плотностью вы вяжете. Возможно, изначально вам надо будет набрать другое количество петель. Из-за этого у вас вот в этих столбиках, изменится цифра. Вместо 14 у вас здесь будут свои цифры. Будут больше стоять или меньше. Ну, а я, так как уже решила вязать из такого количества петель, 34 петелечки, значит, я буду набирать в наборном ряду 34 петли. Я набрала на спице 34 петли, и теперь надо провязать первый ряд лицевыми петлями. Я думаю, чтобы времени не занимать, у вас много, каждый сможет провязать один рядочек лицевыми петлями. В конце ряда кромочную петлю я буду провязывать лицевой петлей, для того, чтобы в дальнейшем для сшивания пинетки получился более эластичный шов. Вяжем теперь второй ряд. Провязываем по нашей схеме. Кромочную снимаем, не провязывая. Одна лицевая петля. Делаем накид. Здесь я буду одевать маркеры. Если у вас нету маркеров, можете воспользоваться подручными средствами. Сделать с ниточки, повесить булавочку обычную. Далее вяжем 14 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 петель. Повесили маркер. Делаем накид, провязываем 2 лицевые петли, делаем накид, снова маркер, провязываем 14 петель. Так, проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще одна петля, 14 петель провязали, одеваем снова маркер, делаем накид, 1 лицевая, и в конце ряда, как я уже сказала, провязываю кромочную петлю лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Это у нас третий ряд, здесь петли провязываем лицевые все, накиды провязываем также лицевые за заднюю стеночку. Теперь провязываем 14 петель. Они у нас будут неизменно, эта цифра. Для этой модели пинеток. Вот между маркерами здесь у нас 14 петель. Средняя часть, здесь у нас идут также накиды. Провязываем за заднюю стеночку. Почему за заднюю стеночку? Чтобы не образовывалась здесь дырочка.
Возможно, кто-то будет использовать другой способ добавления петель. Пожалуйста, можно дело вязать по-другому. А я провязываю в этих пинетках вот таким способом. Здесь у нас идут также 14 петель. Провязали эти петелечки. Здесь идет у нас снова накид, который я провязываю за заднюю стеночку. Одна лицевая петля и кромочная провязываю лицевой петлей. Итак, будем продолжать вязать. Петли у нас будут добавляться вот здесь. За счет накидов будут добавляться петелечки, в центральной части за счет накидов будут также добавляться петли, и в этой части будут в конце провязывания также будут добавляться петли за счет накидов. Вот это и эта средняя часть остаются без изменения. Здесь у нас по 14 петель. У вас же здесь могут быть свои, по вашим расчетам, другие цифры. Продолжаем вязать по схеме. Для этих пинеток у меня вот такой расчет. Встретимся, когда провяжем 13 ряд. Вот так выглядит вязание после того, как мы провязали 13 рядов платочным вязанием. Для бортика провяжем 8 рядов лицевой глади. Значит, дальше вязание продолжаем. 14 ряд вяжем лицевые петли. Так продолжаем вязать до конца ряда. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы у нас. И здесь мы будем провязывать все петли изнаночными. Продолжаем так вязать до конца ряда. При вязании лицевой глади в конце кромочную петлю буду провязывать изнаночной петлей. Провязали 2 ряда лицевой гладью. Вот у нас видно эти 2 ряда. Нам надо еще провязать 6 рядов. Всего у нас будет провязано 8 рядов лицевой гладью. Продолжаем вязание. Показываю на готовом изделии, где в данный момент находится наше вязание, после того, как мы провязали подошву пинетки. Вот мы вяжем бортик лицевой гладью. И нам надо провязать 8 рядов. Вот этот бортик пинеточки. Провязали бортик пинетки лицевой гладью 8 рядов. Всего у нас провязано от начала подошвы 21 ряд провязан. Давайте промерим, сколько это в сантиметрах. Значит, подошва и бортик пинеточки составляет 6 сантиметров. Подошва 3,5 сантиметра. После того, как мы провязали бортик пинеточки, приступаем к вязанию мысочка. Мысочек пинетки также вяжется лицевой гладью. Для этого нам надо распределить петли на спице на 3 участка. На первом участке нам надо провязать
22 петли, включая кромочную петлю. Да, вот еще хотела показать. Кромочные петли на подошве провязаны узелочками, а там, где у нас лицевая гладь, провязана вот лицевые такие петелечки. Это для того, чтобы, когда будем сшивать подошву, как можно незаметнее у нас проходил шов и более эластичный был. Значит, вяжем, включая кромочную, 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 петли. Я здесь повешаю маркер, отделю вязание. Теперь вяжем. Значит, для мысочка я отделила, для вывязывания мысочка вот этой части, я отделила 10 петель. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель провязали. Теперь 10-ю петлю и петлю боковой части пинеточки провяжем 2 вместе лицевой петлей. Для этого я сниму 2 петелечки, разверну их и провязываю 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Повернули вязание. Первую петелечку снимаем, не провязывая. Теперь вяжем изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали мы 8 изнаночных петель, но перед этим мы сняли одну петлю, не провязывая. И получается у нас в итоге здесь, смотрите, 3, 6, 9 петель на спице. Те, что выделены для мысочка. И плюс 10-я петелечка, вот она у нас перед маркером, да? Я маркер убираю, уже нам не надо. Возвращаю назад 10-ю петлю мысочка. И теперь надо провязать эту петелечку плюс петелечка с боковой части 2 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Снимаем одну петлю. Теперь уже на маркер не надо. У нас видно те участки, которые нам надо провязывать. Снимаем одну петелечку. Вяжем 8 петель, 3 провязали, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Остается вот одна петелечка, провязываем вместе, 2 вместе лицевой и с боковой петелечкой, которая у нас отделена к боковой части. Провязали. Разворачиваем вязание. Снимаем петелечку, это изнаночная сторона работы. Вяжем 8 изнаночных. Провязали 8 изнаночных петель. Теперь вяжем 2 вместе изнаночной петлей. Провязали. Итак, смотрите. У нас уже немножко вырисовывается мысочек пинеточки наш. Так мы будем убавлять петелечки, чередуя то в лицевом ряду, то в изнаночном ряду. В лицевом ряду провязываем 2 вместе
лицевой петлей, в изнаночном ряду провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Так мы будем убавлять, пока у нас на боковых частях, на одной и на второй боковой части, не останется 12 петель. Для удобства можно отделить их маркером. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Точно так же отделяем и с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 1, 13 петель. Когда мы дойдем до маркеров, давайте еще один раз провяжем вместе. Снимаем 8 лицевых петель. Провязали 8 лицевых петель. Теперь провязываем 2 петли вместе лицевой. Разворачиваем эти 2 петелечки. Провязали. Поворачиваем изнаночная сторона работы. Первую петелечку снимаем. Вяжем 8 изнаночных петель. Провязали 2 вместе изнаночной. Вот уже более четко вырисовывается у нас мысочек пинеточки. И продолжаем до маркера вот так. Все петельки убавляем. Затем продолжим вязание вместе. Смотрите, в изнаночном ряду сделали последнюю убавочку. Вот наш маркер. И здесь уже петелечек нету, которые надо убавлять. Разворачиваем вязание. Маркер можно уже убрать. С этой стороны мы петли уже все, что нам надо было сократить, сократили. Снимаем петелечку и вяжем лицевые петли мысочка. Здесь также мы уже все петельки убрали, маркер убираем и продолжаем вязать петли боковой части. Здесь их 13 петелечек. Подтягиваем петелечку, ниточку, вернее, подтягиваем ниточку, чтобы петелечка была потуже, и провязываем до конца остальные петли. Здесь в конце ряда кромочную петлю провяжу изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Вяжем все петли изнаночные. Провязываем петелечку мысочка. Здесь можно было бы добавить петлю. Вот когда мы провязывали в лицевом ряду, тоже на этом участке можно было добавить петелечку. Но я не посчитала нужным и не добавила. А вы, конечно, смотрите на свое усмотрение. Хотите, можете добавить здесь петелечку. Довязываем ряд изнаночными петлями до конца. В конце ряда кромочную провязываю изнаночной петлей. Провязали мысочек пинеточки. На спицах у нас находится 36 петель. После того, как мы провязали мысочек пинеточки, далее нам надо провязать манжет. Манжет вяжется платочным вязанием. Вот наш мысочек пинетки.
И теперь будем приступать к вязанию манжета. Давайте промеряем в сантиметрах ширину мысочка, потому что у некоторых может быть другое количество петель. Значит, мысочек, ну, приблизительно вот 4,5 где-то сантиметров. Да, примерно где-то 4,5 сантиметра ширина мысочка. А длина его составляет 5,5 сантиметров. Вот. Давайте же сразу промеряем манжет в высоту, в сантиметрах сколько его. Значит, манжет в высоту 4 сантиметра провязано, получается, вот. Изнаночных дорожек таких здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изнаночных дорожек. 18 рядов провязано. Приступаем к вязанию манжета. Все петли в лицевых и в изнаночных рядах вяжем лицевыми. Продолжаем вязать так до конца ряда. В конце ряда я буду кромочную петлю провязывать лицевой петлей. Так как платочное вязание здесь у нас уже начинается, я буду в конце по кромочным делать такие узелочки, как и на подошве. Тогда у нас получится вот такой шов. Поворачиваем вязание, изнаночная сторона работы. Кромочную сняли и вяжем лицевые петли. Это второй ряд манжета. И еще нам надо провязать 16 рядов. Продолжаем вязание. Ну вот, мы провязали только 2 ряда платочного вязания. Я думаю, у вас трудностей не должно здесь возникнуть по вывязыванию манжета, пинеточки, так как все петли вяжем только лицевыми. Вяжем ровное полотно. Всего надо для манжета провязать 18 рядов, повторяюсь уже. А так как провязано здесь 2 ряда, мне надо еще провязать 16 рядов. Значит, продолжаем вязание манжета. Провязали манжет пинетки. Это лицевая сторона работы у нас. И закрываем петельки. Лицевую петелечку я провязываю лицевой петлей. И далее вяжем лицевые. Провязала лицевую петлю следующую и перебрасываем. Провязала петельку и перебрасываем снова. Провязала петельку лицевую и перебрасываем. И так закрываем все петли в ряду. Продолжаем закрывать петелечки. Не забываем оставить нить для сшивания пинетки. Теперь смотрите, нам надо связать ажурную часть манжета, вот эту белую. Берем нашу пинеточку, что мы связали, поворачиваем изнаночной стороной к себе. От верха отсчитываем 9-ю изнаночную дорожку. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот
девятая изнаночная дорожечка. Перегибаем. Спицу будем вводить вот в эти, что ближе расположены к нам, такие дуги. И здесь будем поднимать петли отсюда. Так как у меня пряжа разная по толщине, и плюс учитывая раппорт узора, мне надо в этом ряду добавить петли. Добавлять петли я буду с помощью накидов. Я распределила петли в такой последовательности. Вначале я набираю 5 петель, делаю накид, затем набираю 9 петель, делаю накид. Давайте сделаем это, чтобы было наглядно. Кстати, я здесь поменяла спицу для этой пряжи. Я взяла спицы номер 3. Делаем 1. Поднимаю 1 петлю. 2. 3. 4. 5 петель подняла. Сделала накид. Теперь я поднимаю 9 петель. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 петель. Сделала накид. Теперь я так и буду чередовать, поднимая 9 петель и делаю накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сделала накид. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель сделала накид. В конце ряда у меня здесь 1, 2, 3 и вот здесь в самом краю четвертую петелечку сейчас поднимаю. Наверное, возьму крючок, так будет удобнее поднять. Последнюю петелечку не хотела подниматься, поднимем крючком ее. Есть. У меня на спице 40 петель. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 40 петель на спице. Повернули вязание. Первый ряд провяжем изнаночными петлями. Кромочную снимаем. Так, я ее сниму. И вяжем изнаночные петли. Накид также провязываю изнаночной петлей. Он будет там. Образовывается дырочка, но она внутри, и ее не будет видно. Вот как провязываю обычно изнаночной петлей. Хотите, чтобы не было дырочки, провяжите по-другому ее немножко. Можно вот за заднюю петелечку провязать, тогда дырочки у вас не будет. За заднюю стеночку провязать петлю. Довязываем ряд до конца.
В конце ряда кромочную петлю буду провязывать лицевой петлей, чтобы образовался узелковый ряд. Поворачиваем вязание. Теперь будем вязать ажурный узор. Кромочную петелечку снимаем. В начале ряда провязываем 1 изнаночная. Делаем накид. Теперь надо провязать 2 лицевые петли вместе с наклоном влево. Значит, первую петлю снимаем, как при вязании лицевой петлей. Вторую петлю провязываем лицевой и протянуть через нее снятую петлю. Вот так. Далее 3 изнаночные вяжем. Повторяем. Вяжем раппорт узора. Делаем накид. Теперь нам надо провязать 2 лицевые вместе с наклоном влево. Первую петлю снять, как при лицевом вязании. Вторую петлю провязываем лицевой петлей и протянуть через нее снятую петлю. Провязали 2 петли вместе с наклоном влево. Теперь вяжем 3 изнаночные петли. Это мы провязали раппорт узора. Так повторяем до конца ряда. Делаем накид, провязываем 2 петли лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли. Продолжаем так до конца ряда. В конце ряда, после того, как мы провязали 3 изнаночные петли, делаем накид и провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. И остается у нас кромочная петля. Провязываем ее лицевой петлей. Поворачиваем работу. Это изнаночная сторона. И здесь провязываем 2 изнаночные, кромочную сняли, 2 изнаночные петли и 3 лицевые. Получается, мы провязываем петли по рисунку. Вот у нас идет изнаночная петля. Накид мы провязываем также изнаночной петлей. Дальше идут у нас 3 лицевые петли. Изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей. 3 лицевые петли. И так продолжаем вязание. В конце ряда, после провязывания 2 изнаночных петель, у нас на левой спице остается 1 лицевая петля, мы ее провязываем лицевой, и 1 кромочная петля. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Далее у нас идет 1 изнаночная петля. Затем вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Делаем накид. Затем 3 изнаночные петли. Раппорт узора. 2 лицевые петли провязываем вместе за переднюю стеночку. Делаем накид и 3 изнаночные петли. Это такой раппорт узора. Повторяем. 2 лицевые петли за переднюю стеночку провязали. Делаем накид
Вяжем 3 изнаночные петли дальше. И так продолжаем вязать. В конце ряда провязали 3 изнаночные петли. Затем вяжем 2 лицевые петли за переднюю стеночку. Делаем накид и провязываем кромочную петлю. Так заканчивается у нас ряд. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы. Кромочную петелечку снимаем. Накид провязываем изнаночной петлей. Следующая петля, она у нас здесь изнаночная, мы ее так и провязываем изнаночной. Далее идут у нас 3 лицевые петли. Повторяем раппорт узора. У нас изнаночная сторона, получается, мы провязываем лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Накид провязываем изнаночной петлей. Провязали накид. Дальше у нас идет изнаночная петля. Провязали ее изнаночной. И 3 лицевые петли. И так повторяем до конца ряда. В конце ряда, после того, как мы провязали 2 изнаночные петли, у нас остается 1 петля, провязанная лицевой. И провязываем мы ее также лицевой петлей. И 1 кромочная. Мы провязали 4 ряда узора. Далее узор повторяется с первого ряда. Давайте же запишем схему узора. Вот такая схема ажурного узора. Вот провязанный узор. Здесь у меня провязано 22 ряда узора, не считая наборного ряда и изнаночный ряд, что мы вязали изнаночными петлями. Значит, здесь в сантиметрах 6 сантиметров получается узор провязан. Это у нас, смотрите, вот лицевая сторона работы. И в этом ряду петли будем закрывать крючком. Значит, снимаю на крючок первую петелечку, провязываю воздушную петлю. Теперь снимаю из спицы петельку, провязываю 2 вместе лицевой, делаю воздушную петлю, снимаю из спицы, теперь провязываю 2 вместе, снова делаю воздушную петелечку, снимаю из спицы, провязываю их 2 вместе, воздушная петля, сняла из спицы, на крючке 2 петли, провязываю их 2 вместе, воздушная петля. И так буду продолжать закрывать петли до конца ряда. Воздушную петлю я делаю здесь специально для того, чтобы получился более волнистый край. Вот такой получается. Видите, более не стянутый, такой идет волнистый край. Продолжаем так закрывать все петли. Которые находятся у нас на спице. Не забываем в конце оставить нить для сшивания. Здесь надо будет сшить затем. Вот в этом месте. Видите, за счет того, что я оставила здесь узелковый ряд,
Шва практически не видно. Закрыли ряд ажурного узора. Теперь остается сшить пинетку. Сначала сшиваем ажурный узор здесь, а затем уже сшиваем розовой нитью пинеточку здесь по шву, потом подошву закрываем, и пинеточка будет готова. Сшили пинеточку по шву. Вот такие швы получаются. Теперь надо обвязать. Здесь, когда мы провязывали подошву, 13-й ряд был. Вот он, самый крайний. На этом ряду нам надо сделать вот такой беленький кантик. Связан он крючком, столбиками без накидов. Да, давайте померяем, какая длина подошвы получилась у этих пинеток. Значит, получается 11 сантиметров длина подошвы. Перегибаем вот так пинеточку по изнаночному ряду. И петельки будем поднимать не те, что вот ближе к нам, такие протяжечки, а та, что дальше от нас. Вот из нее и будем поднимать петли. Провязываем. Воздушную петлю поднимаем, следующую вяжем столбик без накида, снова поднимаем петелечку, у нас на крючке 2 петли, провязываем столбик без накида. И так будем продолжать вязать по кругу. Можно здесь обвязать другим способом. Можно рачьим швом, к примеру, как вот в этих пинетках. Здесь обвязка рачий шов. Продолжаем обвязывать по кругу пинетки, обвязав крючком пинетки. Вот такая модель получилось. Вот такие пинеточки вышли у нас. Кому понравились эта модель пинеток, кому понравилась эта модель пинеток, пишите комментарии, оставляйте лайки. И кому не понравились, тоже пишите свои комментарии. Спасибо за просмотр. До свидания.